Сегодня 23 апреля. 145 лет назад, 23 апреля 1875 года, губернский секретарь Григорий Курбатов открыл собственную типографию в Самаре. Деятельность ее была довольно успешной. 23 апреля 1907 года в концертном зале «Аквариум» состоялся первый сеанс электрического синематографа. Так раньше называли кинотеатры. Об этих удивительных для того времени представлениях публику уведомляли через объявления в газетах. Ежегодно 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. 23 апреля на свет появились советский офицер-подводник, герой Советского Союза Федор Вершинин, советский джазовый дирижер, композитор, пианист Вадим Людвиковский, российский актер театра кино, художник и поэт Лев Прыгунов и другие известные люди. В народном календаре сегодня день Терентия Марьевного. Такое прозвище святого связано с тем, что в этот день солнце обычно показывалось в Марьеве, то есть в тумане. Если небесное светило при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным. А если было ясно, крестьяне считали, что придется перепахивать поле и снова засевать. В это время повсюду текли ручьи, и почва становилась мягкой. Поэтому в народе говорили: «На Терентия дорога рушится». Этими и другими интересными событиями и фактами ознаменован 23-й день апреля. Всего вам самого наилучшего!